детской инфекционной больнице Ульяновска завершаются ремонтные работы. В связи с пандемией коронавируса в учреждении подготовили план по переходу на более усиленный режим работы и перепрофилирование отделений. Об этом руководство больницы и областного Минздрава доложили губернатору. При изменении эпидемиологической обстановки на базе учреждения возможно развернуть до 100 дополнительных коек для детей, больных коронавирусом или с подозрением на инфекцию. В том числе 6 коек будут предназначаться для тяжелых больных в реанимации. Имеется наличие многоразовые защитные костюмы 50 единиц, одноразовые медицинские халаты, маски восьмислойные 2800 единиц, респираторы типа Алина 150 единиц, защитные очки, шапочки 4000 единиц, перчатки 2500 единиц. Имеется в наличии дезинфекция и кожный антисептик. В связи с пандемией расширился и парк аппаратов искусственной вентиляции легких. В срочном порядке в больнице докупили еще 3 единицы оборудования. Теперь в арсенале 9 машин. В достатке препараты для лечения COVID-19. В основном это аскорбиновая кислота, препараты от кашля, физраствора и глюкоза. На закупку дополнительного медицинского оборудования и защитных костюмов предусмотрено еще 13,5 миллионов рублей. По словам главного врача, медицинский персонал готов к работе с больными. На прошлой неделе с больницы был выписан подросток, переболевший коронавирусом. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.